глядя на наших политиков, слушая наших политиков, у меня не пропадает все время чувство. Он болтает, болтает, болтает. И я вслед за Константином Сергеевичем Станиславским, основателем художественного театра, говорю: не верю, а Путину верю. Потому что он не говорит, а делает. Точнее, он делает то, что говорит. Вот поэтому я второго пойду голосовать за Путина. За Путина. За Единую Россию. Выборы 2 декабря.